В Ульяновском драматическом театре имени Ивана Александровича Гончарова стартовал 6-й международный театральный фестиваль «История государства российского, отечества и судьбы». Фестивальную программу открыл спектакль, отмеченный самыми престижными российскими театральными премиями. Коллектив театра на Литейном из Санкт-Петербурга представил хронику полярной станции «Антарктида» по пьесе Ульяны Гицаревой. Очень рады представить этот спектакль ульяновскому зрителю, потому что он про вчера, он про сегодня и, возможно, про завтра. Поэтому он вписывается абсолютно в концепцию фестиваля, именно про историю нашей страны в различные эпохи. В состав жюри фестиваля вошли региональные и столичные эксперты. Среди них театральный критик, автор ряда престижных российских фестивалей Ольга Сенаторова и заслуженный работник культуры Башкирии Валентина Федорова. Темы, которые заявляются, и тот посыл, который был на старте фестиваля, что они оказываются чрезвычайно оправданными. Потому что за это время во многих городах России стали появляться спектакли, которые связаны с настоящим прошлым регионов. Участниками фестиваля станут профессиональные театральные коллективы региона. Международная часть программы идет в формате онлайн. На сайте театра состоятся трансляции спектаклей коллективов из Израиля, Дании, Донецка, а также Твери. Ирина Антонова, новости Ул.Правда.ТВ.